Всем добрый день! Вы на канале Градус Лета. Мы едем в Мирису просто прогуляться на пляж, посмотреть, что там, как там, из нашей Хикадувы. Вот остановились в таком месте интересном, где рыбаки местные, типа, вот на этих палках ловят рыбу. Ну, когда море рядом. Сейчас отлив, я так понимаю. Вот, сразу они подошли к нам, эти пьяные рыбаки. От него запашок, конечно, конкретный был. 2000 рупий, говорит. Ну, потом он уже подбежал, один из них, уже 1000 рупий. Типа, мы троем будем рыбачить, и 1000 рупий. Не, ну я понимаю, что бесплатно, как бы, никто не хочет ничего делать, люди зарабатывают. Ну это же все кино, это же, блин, не по-настоящему. Это все туристические вот эти моменты. Найти бы место, где... Не, ну тут они реально рыбачат, а может быть и нереально, я не знаю, вот как он тут рыбачит, куда он закидывает. Но даже если море полное, допустим, возле этих камней, вот здесь он сидит. Вот куда он закидывает удочку? Так что это все... Это все фигня. Надо место искать, где реально они рыбачат, где реально рыба есть. Это, скорее всего, не здесь. Ага, все-таки им кто-то дал денег. Вон они лезут на эти палки. Кино показывать. Да, на всем делают деньги. Лишь бы турист отдавал. Вот если бы он одну рыбку хотя бы поймал, тогда еще ладно. А так... Чистый развод. Вот тут еще есть вот шезлонги, где можно полежать, я так понимаю. Но ребята там, конечно, странные какие-то. Я бы с ними дела не имел. Во-первых, они бухие, 11 часов утра. Во-вторых, непонятно, что у них на уме. Естественно, только деньги от туристов. Короче, лохотрон еще тот. Ладно, поедем дальше, нам надо покупаться где-то. Ну, вид, конечно, здесь потрясающий. Да, тут понырять, вон там парень ныряет, я говорю. Посмотрел, не знаю, что он там нашел. Вид здесь, да, красивый. Пофотографироваться самое то. Очень красиво. Локация прям идеальная для фотографий. Вот мы и приехали на пляж Мириса. Сегодня мы решили объездить все пляжи. Ну, не все, а между Хикадувой и Мирисой. Так, посмотреть. Ну, на первый взгляд, конечно, что можно сказать? Наверное, тут пологий вход в море, я так понимаю. Волна... Ну да, вон парень стоит далеко, ему по пояс. Даже по волнам видно, волны такие, ну, как сказать, не агрессивные. Широкая береговая линия, песочек мелкий, приятный под ногами. Народу немного, почему-то. Ну, все, наверное, вот там вот, где лежаки и зонтики. Что мы тут видим? Какую-то гору. Сейчас мы туда сходим, естественно, наверх. Само собой. Прогуляемся. Ну и классические пальмы. Пальмы над морем. Ну, это круто, конечно, выглядит. Купаться мы здесь не будем, потому что пологое море, например, нам вообще не нравится. Надо, чтобы было глубоко сразу. Вот как в Дадандуве, например, мы вчера купались. Там и волна сильнее, и сразу глубина. Ну, то есть, не надо далеко куда-то заходить, Все сразу здесь. И вода почище. Но она на самом деле не грязная, просто песок мелкий, волна поднимает песок и кажется, что грязная. Это не грязь, это песок. Кстати, погодка сегодня, вроде в машине ехали, жарко было. Сейчас вот идем по пляжу, ветерок прохладный и вообще не жарко. Хорошая погода. А? Ну как он, не прохладный, просто бриз. Ну, в смысле, воздух не горячий. То есть, как бы, вообще не напрягает. Но так-то, конечно, красиво, что говорить.
Тут, мне кажется, через каждые 15-20 метров можно ехать, останавливаться, и везде будет красиво. Природа, конечно, здесь классная. Ладно, давайте заберемся на вот эту горку. Заберемся, посмотрим. Но тут пляж, он такой, для детей, с детьми, конечно, раздолье. Мелко, вот там ныряют, рыбок, наверное, смотрят. Но очень-очень пологий. Опа, давайте поднимемся наверх. Посмотрим, зачем туда люди ходят. Крутая лестница такая. О, тут даже не лестница. Тут что-то самодельное. Бамбуковая лестница. Ага. Слушайте, ну крепкие перила. Ой. Перила крепкие, держаться можно спокойно. Здравствуйте. Добрый. Тут очень красиво. Очень. Тут очень красиво. Вид, конечно, потрясающий. Ну, гора, конечно, классная. Тут такие обзоры открываются. Сюда нужно взобраться. Потому что вот он весь пляж, как на ладони. Видно, где мелко, где не мелко. Ну и просто вот Индийский океан во всей своей красе. Тут много тропинок различных. Куда можно? Вот туда, туда, туда сходить. Вот с той стороны сейчас мы поснимаем. Сюда спустимся. Пофоткаться. Фотографии, конечно, тут кучу можно сделать. И они все будут разные. Так, ну сюда я спускаться не буду. В сланцах сколько? Скользко на песке. О, видали? Море какое красивое. Мы и так все посмотрим. В смысле, и так все видно. Сюда, вот сюда можно спуститься. Только потом там нужно будет опять взбираться по песку. По песку неудобно, скользко. Давайте в эту сторону пройдем. Вот. Здесь тоже спускаться можно, но только аккуратно. Поэтому мы пойдем там, где можно неаккуратно. Народ снимает, фоткается. Ну действительно, где еще такую красоту увидишь? Ну где-то, наверное, есть, может быть и покрасивее, но здесь тоже круто. Особенно вот это. Это вообще огонь, конечно. Это очень красиво. Тут еще можно на скутерах покататься, на водных. Ну, в принципе, как и везде. Просто простор такой, видите? Это, конечно, классно. Тут волна разыгралась, все больше и больше накатывает, я смотрю, на пляже. Ну, что можно сказать про Мерису? Ну, красиво, но не наше. Поедем дальше. Наверное, мы закончим выпуск. Опять он получается длинный. Пусть будет это про Мерису и вот то место, где мы были, где рыбаки с нас деньги просили, типа рыбаки. Ну, вот. Давайте все-таки вывод сделаем. Еще раз я скажу, что да, море красивое, пляж красивый. Это не наше. Нам нужна глубина, более чистая вода. И чтобы было туристов поменьше. Здесь их, конечно, немного. Именно вот в этом месте. Потому что здесь нет ни шезлонгов, ни зонтиков. То есть вот кто-то в тени находит, под пальмами располагается. Вот, а вся тусовка, наверное, вон там, где красивые зонтики. И вон еще дальше, там, на закруглении. Вот, а так пляж похож, если сравнивать, на турецкий Инджекум. Там тоже такой же песок, также мелко. Волна, конечно, не такая, там ее практически нету. Ну, это тоже за волну считать не стоит. Это просто такое небольшое волнение океанское. Так, легкий бриз. Вот, поэтому, что касается именно этого места, да, мы сюда, если еще раз приедем в Шри-Ланку, ну, мы, скорее всего, приедем, но сюда мы точно не поедем.
это не наше место. Красивая локация, но отдыхать здесь лично мы не будем. На этом, наверное, закончим наш выпуск про пляж Мерисо и поедем дальше обозревать и смотреть другие пляжи, но это уже будут другие выпуски. Смотрите нас на канале «Градус лета», подписывайтесь. Всем до свидания.